Всем привет, вы на канале Китайский Бампер. Сегодня новый обзор на газовую горелку, плитку Kovar ZT202. Такая вот плита, я ее уже достал. В коробке такая сумка. Коробку убираем. Достаем. Так, тоже убираем. Вот такая плитка. Ножки у нее походят на космическую тарелку. Достаем держатель для сковороды или котелка. Дальше берем опять баллончик. Обычный дихлофосик. 520 миллилитров, 220 грамм. Смесь газов. Следопыт. Так, подключаем. Засовываем одной стороной. Попадаем в пазик вот здесь вот. Кладаем в пазик и аккуратно закручиваем. Плитка готова к использованию. Чем плохо? Под баллончик что-то нужно подкладывать, потому что она не держится. Ну, чуть-чуть что-то. Вот, допустим, палец подложить, то она ровно стоит. Дальше. Здесь пьезоэлемент. Это ручка для регулировки газа. Горит. Вот такая вот печка, такой обзор. В принципе, неплохая, можно что-то сварить в походе. Дырочки. Ну и портативная она в сравнении с коробком, допустим, спичек. Вот. Можно что-то поставить, греть, варить, поджигать. Такой обзор. Всем пока, ставьте лайки, ждите моего следующего видео.